производим замену поликарбоната на крыше, на навесе. Производим замену блоков вот этих вот. Здесь треугольничек на этом торце и сзади, потом там тоже будем менять. Сейчас сняли поликарбонат старый. Новый мы уже будем резать чуть-чуть, скорректировав размеры. Вот. Так вот все выглядит. Вот, развернули поликарбонатик. Сейчас будем трафаретик этот накладывать на поликарбонат, обводить как надо, вырезать, потом снимать пленочку и потом крепить. Поликарбонат хороший, полигаль стандарт, то есть самый плотный. Куплен в полигале, гарантия 15 лет, заводская. Тут инструкция по монтажу, все есть. Вот такие дела. Ну вот мы прикрепили центральный листочек, подрезали его четко там по контуру, даже вылили. Сейчас будем ложить боковые от него и цеплять стыковочные крышки. После этого будем закрывать оставшиеся треуголки на краях. Вот он, центровой листик лежит, и мы закрываем сейчас вот эти треугольнички. Один положили замочек, сейчас второй замочек угловой будем, ребро вот это закрывать. И после этого закроем не до конца, я слезу, а потом после этого будем уже остатки, вот эти маленькие треугольнички, закрывать. Вот угловую нацепили, ребро вот это. Сейчас кинем туда вот веревочку, и сюда будет. Вот навес, и на нем саморезы уже почему-то исчезли вообще. Это раз. А во-вторых, вот я толкаю лист, и видно, что те вообще даже не прикручены. Ну и смысл в том, что вот здесь вот я уже поменял саморезики, они были развалены полностью, и по всему навесу видно, что многие потрескались и требуют замены. Некоторые вообще вон шайбы закручены без резинок. Вот видно, что тут даже резинок нет. И так встречаются такие
плохие саморезы, поэтому в любом случае здесь надо будет в этом году или в следующем все саморезы полностью менять на новые, все термошайбы. Ну и саморезы тоже, потому что они по-любому все ржавые. Вот это ребро мы закрыли, прогерметили, саморезики все четко закрутили. И теперь осталось вот это ребро сейчас докрыть. Вот это докрыть, это докрыть. Треугольничек закрыть, еще раз подняться. И все там закрутить, что не закручено, и все. Эта сторона сегодня будет готова. Я поднимаюсь сюда, залажу и спускаюсь с помощью веревочки, которую один край держит мой помощник, а второй край, там замочек, я себя зацепляю и спускаюсь, говорю ему, как расслабить или натянуть веревку. Все. Хорошо, иди. Сегодня 2 сентября 2020 года, и мы сегодня заменяем вот этот вот фасадную часть козырька от этой крыши. Здесь поликарбонат, как видно, прохудился, кроме среднего листа. Это является причиной того, что вот эти боковые части, это и вот это, были положены кверху кверхтормашками наоборот по отношению к солнцу, потому что поликарбонат имеет только одну защитную сторону от солнечных лучей. Здесь положили как раз кверх ногами, кверхтормашками наоборот, поэтому эта часть поликарбоната, она вся уже потрескалась, полопалась, иссохла. А средняя часть, она нормальная. Но заказчик заказал заменять весь фасад, поэтому будем менять всю вот эту часть. Вот мы на уровне крыши, и видно, как испорчен этот поликарбонат. Он иссохся, стал хрупкий и потрескался, побился. Возможно, даже из заграда. Но то, что он побился, это дело не в граде и даже не в качестве этого поликарбоната, а в том, что его постелили кверх тормашками, и из этого он вот так испортился. Вот рядом лежит лист, который был постелен одновременно с испорченным листом, но был постелен правильно, и вот он целый и еще столько же прослужит, хотя уже пролежал 7 лет, еще столько же пролежит, ничего ему не будет. А вот этот поликарбонат, он уже все на замену полностью. Только лишь из-за того, что был постелен кверх тормашками. Наоборот.
сделать, вон второй ярус загубили. Пятиметровые слои, армопоезд 64. Ну вот мы закончили покрытие листами, покрыли, прогерметили все стыки и обрезали ровненько здесь, обрезали, чтобы четко стекала водичка в желоб. Ну все.